Бедный парень из нищей бразильской семьи становится самым молодым чемпионом мира. Бойкий мальчишка грезит футболом. Его отец в прошлом футболист, обучает сына и дает бесценные советы. «Если хочешь стать мастером, ты не должен стыдиться своих корней», — сказал он однажды. В ответ сын пообещал добыть Кубок мира для Бразилии. Пройдет меньше 10 лет, и у всех на слуху будет крохотный город Трес-Крайнес, штата Минас-Жерайс, потому что там родился этот великий футболист. В 15 лет начинающий атакующий полузащитник вошел в состав клуба «Сантос» и забил гол в своем первом же матче. Через 2 года состоялся его блестящий дебют национальной сборной на чемпионате мира 1958 года в Швеции, где в финале он забил 2 мяча в ворота хозяев. После показал новый футбол и стал непревзойденным спортсменом на все времена.